Всем привет, меня зовут Наталья, у нас сегодня с вами заказик от Батель. Это мой второй заказ, и я его сегодня забрала, уже распаковала. На самом деле я сняла видео, мне не понравилось, как оно получилось, и поэтому снимаю второй раз. Все очень хорошо запаковано, тут миллион вот этих пупырок. Накладная, сейчас мы с ней будем разбираться, и я буду сейчас доставать. Ладно, вещи. Так, все, пристроилась. Так, начну. Ну, понятно, каталог, да, понятно, что такой вот красивый, новогодний. Тут очень много интересных всяких вещей. Если я сделала второй заказ, значит, мне что-то понравилось. То есть меня зацепило, мне захотелось продолжить, остаться и, конечно, еще... как это называется, бонусная всякая программа для новичков, тоже это интересно. Про нее тоже позже расскажу. Так, два вот таких вот кофе. Кофе мне прям вообще зашел, ну ура. Если вы смотрели видео «Мой завтрак с Батель», то, я думаю, вы поняли, да, что кофе мне очень понравился. Я взяла в этот раз еще и лесной орех попробовать. Была акция «Один берем, второй в подарок, 91 рубль». Обошлось. Так, дальше все-таки коробочку пониже. Дальше вот такой вот чайный напиток. Это у нас березовый очищающий. Был у меня тоже отзыв на напиток для похудения. Этот вот очищающий. Тут пустырник, береза, зверобой, продырявленный, череда, ромашка, аптечная, тысячелистник, спорыш, мать-мачеха и брусника. Состав очень хороший, даже просто как ну, обычные, да, травы, которые мы пьем. И ромашку я люблю, и бруснику я тоже, ну, прям уважаю, потому что мне она нужна для почек. Вот, и здесь прям, значит, что у нас? Стимуляция работы кишечника, избавление от лишнего веса, активирует очищение печени, помогает устранить застойные явления в пищеварительном тракте, улучшает состояние кожи. Очень надеюсь, что понравится мне. Тоже, конечно же, потом оставлю отзыв. Так, по цене, сейчас я вам скажу, этот у нас напиток 136 рублей 40 копеек. Я не знаю, что, как, это, по-моему, уже со скидкой цены. Так, дальше, взяла вот такую альфа-липолевую кислоту, эта кислота у меня уже повторная, я сейчас пью, и у меня уже, ну, как бы половина упаковки закончилась. Здесь вот такие вот таблеточки, надо пить по одной таблетке за полчаса до еды два раза в день. Это у нас антиоксидантная защита, это, ну, помощь организму во всех всяких разных проблемах, тоже печень, заболевания, так, для головного мозга. Тут даже написано, что принимает участие в восстановлении поврежденных ДНК и белковых структур. Ну, не знаю, посмотрим. Я больше тут для, как сказать, для снижения веса, да, то есть, понятны все вот эти вот моменты, потому что тут жирные кислоты полезные. В общем, короче, вещь классная пока. Но буду, конечно же, еще снимать вам отзыв свой заключительный, когда пропью курс месяц. Дальше. Взяла я... А, нет, сейчас вот так надо показывать. Взяла я вот такой... А, не сказала ли, полевая стоила 662 рубля. Вот такие вот вещи мне тоже очень нравятся. Это у нас живица кедровая с мумиё. Я люблю в жидкой форме какие-то принимать БАДы, так скажем, да. И сейчас я пью хлорофилл. Хлорофилл мне не очень. Я всегда беру, я так поняла для себя, что мне так проще взять, допустим, одну упаковку, начать пробовать и потом дозаказывать до полного курса, потому что мне может не зайти, у меня больной желудок, у меня как бы поджелудочные все моменты вот эти. Хлорофилл как-то я не поняла, мне не зашел, поэтому я хочу пробовать вот это. Здесь у нас витамины, минералы, жирные кислоты, и здесь эту вещь можно применять не только внутрь, но и снаружи. То есть как бы если у вас какие-то порезы, ссадины, можно для волос использовать как... укрепляющее средство, то есть тут прям очень хороший такой комплекс, и я думаю, мне понравится в любом случае. Тут вот для при нарушениях органов желудочно-кишечного как раз тракта, при ОРВИ, в общем, тоже буду пить, вам потом, конечно, поделюсь, расскажу, что и как. При покупке живицы шло
такое вот средство в подарок. Это у нас комплекс для зрения, улучшения. 30 капсул по 500 миллиграмм. Но тут, конечно же, тоже надо по 2 таблетки, скорее всего. Здесь, значит, улучшение зрения от катаракты, от всяких хрусталики, от глаукомы. В общем, очень такое хороший состав. Конечно же, здесь что у нас в составе? Конечно же, черника. Где это, господи? Сейчас я вам покажу. Вот она. Ну да, 2 раза в день за 30 минут до еды, 4 недели, 4 курса в год. Так, значит, черника, олива, бархатцы, коры лиственницы, коры березы, цинк, лактат, концентрат, короче, гингобилоба, Е, С, бета-каротин, таурин, гиалуроновая кислота, лютеин, перегаб, пчелин и прополис. Короче, конечно же, будет отзыв, как обычно. Дальше я взяла в комплекс к этому, вот к этому, я взяла себе вот такие капли. Очень мне нужны они сейчас, потому что я работаю за компьютером, у меня работа сейчас такая, надо глаза напрягать. Про работу, кстати, тоже, да, расскажу, обещала. И это у нас капли глазные, которые тоже от конъюнктивитов, от всяких аллергических реакций, для снятия усталости. Я очень вот такие вещи вообще люблю. И здесь вот такой тюбичек с пипеткой, да, и буду я пробовать, наверное, прям начну, возможно, сегодня, может быть, завтра. Короче, посмотрю, капли эти стоили 386 рублей. Цены вполне себе вообще мне нравятся. И плюс то, что есть какие-то вот такие акции, да, с подарками. 2 кофе, там вот это вот. То есть есть из чего выбрать. Была еще Черная пятница, тоже попозже покажу, приедет заказик. Там 2 по цене одного можно было брать. Тоже очень интересные штучки. Так, и дальше. Дальше, что я еще взяла? Так, я взяла вот такую вот вещь. Это Хит Дренаж. Напиток дренажный с легким, слабительным и мочегонным эффектами. Мне это нужно, мне это необходимо. Всегда про это говорю, потому что я страдаю. Да. Маленькая упаковочка, как оказалось, и мне, ну, интересно, конечно, тут мне ненадолго хватит, но я попробую, потому что, опять же, может не зайти. Вот, и, естественно, тоже вам сниму отдельный отзыв. Вообще буду сейчас снимать коротенькие видео, потому что выкладываю в основном на Дзен. У меня не хватает моего трафика интернет выкладывать и в YouTube, и на Дзен. Поэтому, когда буду на Wi-Fi, буду постепенно и в YouTube тоже заливать видосы. Дальше. А, этот хит-дренаж стоил, что у нас? 337 рублей. Вот такая вот штука мне шла уже, ну, не в подарок, но за 299 рублей по программе вот этого новичка. Там надо, значит, набирать 25 бонусов, но это примерно где-то что-то около 3 с лишним тысяч. И вы участвуете в этом вот, так скажем, движении, да, как это назвать правильно. В общем, это стоило, так повторюсь, 299 рублей. И это витаминный комплекс, 90 таблеточек здесь у нас для восполнения и поддержания физиологических потребностей витаминов, для поддержания иммунитета, защитных сил организма против вирусов, бактерий, неблагоприятных факторов, бла-бла-бла. Короче, все вот эти вот вещи, которые мы очень-очень-очень любим. Тут в основном бешки, куркума, витамин С, черный гингобилоба, ашхваганды. В общем, много-много всего, холин. Топинамбур, короче. Для профилактики сухости, шелушения кожи, хрупкости костей и ногтей, нарушения работы ЖКТ, выпадение волос, ломкости капилляров, кровоточивости десен, снижение зрения тоже, да, вот хорошо для зрения. Буду пить, попивать, здоровье себе приобретать. Так, стихами заговорила. Такой вот, значит, у меня. И еще мне Татьяна, привет тебе, моя хорошая, вот такие вот подарочки вкладывает. И она вообще большая молодец, она меня поддерживает всячески, оплачивает мне половину доставки. Вот, так что спонсор у меня классный мне попался. Вот, приходите к нам в команду, если захотите, уже я буду вашим спонсором. Оставлю все ссылочки внизу, как, чего, как зарегистрироваться, что интересно будет, конечно же, спрашивайте. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, комментируйте. Будет очень приятно поболтать. Пока-пока!